мирового тура, финала мирового тура, дамы и господа, чемпион мира 2019 года и серебряный призер Олимпийских игр Токио, это Олег Стоевский! Их соперники в желтых майках, дамы и господа, представляют объединенный дуэт двух волейбольных клубов. Эти ребята уже 6 раз в этом сезоне были на пьедестале почета, 6 раз выигрывая серебряные медали этапов чемпионата страны. Спортсмен по первым номерам защищает цвета новоуренгойского факела. Это трехкратный чемпион России, обладатель Кубка страны, победитель этапов мирового тура, финала мирового тура, призер чемпионатов Европы, чемпион мира 2019, девица, чемпион Олимпийских игр Токио 2020, Вячеслав Красильников. Его партнер по команде, также трехкратный чемпион России, действующий чемпион страны, обладатель Кубка России, победитель престижнейших этапов мирового тура, это вице-чемпион Европы. Мама мия, друзья, этот спортсмен защищал честь России на трех олимпиадах. Это Константин Семенов! Как они там играют? Просто на представление выходишь, проводишь на центральном корте 5 минут и все, надо в душ. Они такой волейбол показывают, они сковородки, браво, браво.